Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Канал об узорах, и я Оля. Рада приветствовать всех новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь. Случайно, не случайно вы сюда попали на мой канал. Гуляйте по каналу, смотрите видео. Заглядывайте в плейлисты, где собраны небольшие такие коллекции. Но узоров уже много. Надеюсь, видео вам понравится, и вы ставите свои лайки и комментарии. Подпишитесь, чтобы не потерять канал. Были случаи такие. И, естественно, поставьте... Нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата, привет вам огромный. Еще больше стран присоединяется, разные города. Это очень интересно. Общение. Вы все большие молодцы, большие фантазеры. Спасибо за вашу поддержку. И я жду вас с новым узорчиком. У ниточки у нас сегодня будет Ярнард Элит. Вы уже кто на моем канале, знаете, что чаще я ими вижу. Ярнард Бэби. Я считаю, что более приемлемый обучающий материал. Так, крючок 3,5. Так, как нам говорит производитель, это все 100% акрил. Так скажем, кто еще не видел, могу вам показать. Смотрите, 100% акрил, моточки большие, в 100 граммах 300 метров. Здесь моточки небольшие, в 100 граммах, получается, в 50 граммах 150 метров, но это тоже 100% акрил. И крючок и там производители нам советуют брать 3,5 мм. Угу. Маленькими еще ниточками, тоненькими крючками будет вам неудобно учиться, поэтому я вам показываю на больших и желательно на разных цветах, чтобы было контрастнее, заметнее, более понятно обучающее, так скажем, видео. Ну что, приступим. Давайте начнем с беленького. Угу. Итак, кто уже давно на моем канале, видит, что я набираю небольшое количество петелечек для образца и, в принципе, я укладываю, чтобы показать все прелести данных узоров. Угу. И это у нас количество в районе 30 петелек, ну, бывает редкости плюс-минус. Сегодня мы с вами набираем 31 воздушную петельку. Раппорт сам по себе, конечно, большой, 13 петелек. Поэтому мы сделаем 2 раппорта и аккуратненько, красиво закончим по бокам. Ну, я думаю, вы поймете прелесть данного узора и в 31 петельке. Итак, зафиксировали, так, эту петельку, которую мы фиксируем, мы ее не считаем. И дальше приступаем. 31 воздушная петля. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот наш с вами будущий образец. Угу. Что делаем дальше? Дальше мы делаем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Затем мы с вами считаем 6-ю петельку от крючка. Внимательно, 6-ю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 6-ю делаем накид, вводим крючок таким вот образом, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом, но не до конца. 1, 2 петельки, стоп. Еще раз сделали накид. Сюда же сделали опять, ввели крючок, вытянули ниточку и провязали 2 петельки. 1, опять стоп. И третий раз точно так же сделали. Сюда же ввели крючок, вытянули ниточку и провязали 2 петельки. Угу. И когда на крючке будут 4 петельки, мы их вместе вот так вот провязываем. 1, зафиксировали. Угу. 2 воздушные петли, накид. И точно так же сюда же мы делаем точно такую же шишечку в эту же петельку. Накид, вытянули петельку. 1, провязали, стоп. Еще раз накид. 2. Еще раз накид. 3. И вот когда у нас на крючке 4 петельки, вместе провязали, зафиксировали. У нас должна получиться вот такая вот арочка из шишечек, да, вот таких вот связанных столбиков. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки. 1, 2. В цепочке, внимательно смотрите, пропускаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В четвертую делаем накид и провязываем столбик с накидом. Внимательно, аккуратненько. Первый ряд всегда медленный. 2 петельки, полноценные 2 петельки. Все, это наш столбик с накидом. И точно так же еще сделали 5 раз, чтобы у нас итого получилось 6 столбиков. Итак, это у нас первый. В следующую петельку еще один столбик. 2 петельки. Второй. Это у нас третий столбик с накидом. Четвертый. 5 и 6. Вот, должна получиться вот такая вот красота. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки. 1, 2. В цепочке нашей пропускаем 3 воздушные петельки. 1, 2,
3, в четвертую петельку, накид, ввели крючок, вытянули ниточку и провязали не полностью, один разик, раз, и все, стоп. Накид сюда же, опять, раз, стоп, накид сюда же, третий получается столбик, есть. И когда на крючке 4 петельки, их провязываем все вместе, зафиксировали. Угу. 2 воздушные петли, и сюда же еще одна точно такая же шишечка из 3 столбиков. Раз, сюда же 2, сюда же 3, и когда 4 петельки, вместе их провязали, зафиксировали. Понятно? Вот. И у нас получается, должны получаться вот такие вот рогаточки, 6 столбиков. Рогаточка, дальше будет 6 столбиков. 2 воздушные петельки, а в цепочке пропускаем 3. Внимательно смотрим. 3 петельки. Раз, два, три, в четвертую провязываем столбик с накидом. Раз. И таких должно быть 6 столбиков, да? 2 столбик с накидом. По порядочку идем по петелькам. 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. 5 столбик с накидом. И 6. Вот, получается наш практический ряд, да? Что делаем дальше? Дальше мы должны с вами опять сделать 2 воздушные петельки, а здесь пропустить 3 петельки. Раз, два, три. И в четвертую мы с вами провязываем опять такую же самую вот эту вот арочку из пышных таких вот столбиков. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. Раз, провязали, 2, провязали, 3, провязали и все вместе зафиксировали. И дальше мы с вами заканчиваем через одну петельку пропускаем и в следующую петельку просто обычный столбик. То есть мы закончим точно так же, получается, как мы начали. Все, по краешку у нас с вами будут столбики с накидом. Есть. Красота? Красота. Давайте продолжим дальше наше вязание этим же цветом. Угу. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И делаем накид и провязываем вот в эту нашу арочку. Помните, здесь 2 воздушные петельки. Точно такую же шишечку из столбиков. Раз, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3. Все вместе провязали, 2 воздушные зафиксировали, 2 воздушные петельки и сюда же опять такая же шишечка из столбиков. Раз провязали, 2 провязали, 3 провязали, все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Опять делаем точно так же после нашего вот такой вот рогаточки, да, делаем 2 воздушные петельки, 1, 2. И там, где у нас 6 столбиков с накидом, мы провязываем 6 столбиков с накидом. То есть у нас получается, будет второй ряд прям 100% повторять первый. Понятно? Так, 3, 4, 5, 6. То есть вы сейчас опять повторяете по рисунку, у вас 2 воздушные петельки, 2 воздушные петельки. Дальше по рисунку у вас вот такая вот шишечка из столбиков. Вы делаете вот такую вот шишечку из столбиков. Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. Опять сюда же. Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. Все, ничего сложного. Тут до конца ряда уже однозначно вы дойдете. В конце ряда я вас встречу. Понятно? Первый и второй ряд прям зеркально повторяют друг дружку. Все, давайте. Встреча в конце ряда. Так, девчат, смотрите. Довязали практически до конца. Так, вот, видите? Показываю, как заканчиваю. После вот этой вот нашей арочки, да, вот этой рогаточки арочки, последний столбик провязываем вот в эти 3 петельки подъема первого ряда. Все, провязали. Вот так вот еще раз делали воздушную петельку, подтянули. Сейчас я буду вводить новую ниточку. Если вы вяжете одной ниткой, то вы просто возвращаетесь точно так же, да, этой ниточкой. Я хочу ввести новую ниточку при условии, что это будет всего лишь один ряд. И чтобы мы с вами ее не резали, знаешь, как вы сильно переживаете.
мы, получается, начнем не там, где закончилась белая ниточка, а с противоположной стороны. Я уже несколько узоров так показывала, да, то есть ничего страшного. Зафиксировали петельку, так, и присоединяемся вот к трем петелькам подъема, которые у нас здесь были. Мы присоединяемся к третьей петельке, так вот, и вытягиваем ниточку и провязываем вот таким образом. Раз, соединительная петелька. Что у нас дальше по узору? Одна воздушная петля, и сюда же мы с вами сделаем столбик без накида. Дальше, смотрите, вот у нас идет, получается, шишечка наша такая, да, с одной верхушечкой. Вот в эту верхушечку мы вводим крючок и провязываем тоже столбик без накида. Там, где у нас арочка с двумя воздушными петельками, мы провязываем 2 столбика без накида. Все понятно, да? Опять, смотрите, у нас идет верхушка нашей шишечки, мы провязываем столбик без накида. Там, где у нас 2 воздушные петельки, значит 2 столбика без накида. То есть ничего сложного, хорошо? То есть по порядочку так вот идете, целым рядом столбика без накида. А дальше внимательно. У нас начинается 6 вот наших столбиков. Вводим крючок в первый столбик и провязываем столбик без накида. Далее, смотрите, 3 накида. 1, 2, 3. И шагаем сразу же в последний столбик. Понятно? Вот он, последний столбик. В него шагнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Когда на крючке останутся 2 петли, левую самую, да, вот эту вот петельку, провязываем один раз вот так вот. Раз. Угу. Дальше ныряем вот в эту нашу большую арку, которую мы только что сделали. Вытягиваем ниточку и провязываем один разик вот так вот петельку. Раз. У нас уже получается 2 петли. 1, 2. Дальше. 3. Дальше. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь смотрите внимательно. Будем возвращаться обратно. Вначале провязываем одну петельку. Аккуратненько одну. Потом по 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. И вот так вот прям до конца по 2 петельки. Есть. Угу. Что делаем дальше? Вот так вот разворачиваем наше вязание. И чтобы у нас красиво как бы оно легло, нам необходимо с вами провязать вот сюда же, где мы только что провязывали, да, вот такую вот соединительную петельку. Раз, провязали. Все, оно красиво присоединилось, хорошо сидит. Дальше что делаем? У нас вот эта вот дуга, которая получилась, мы ее делаем назад, мы ее сейчас пока не трогаем. И мы точно так же идем столбиками без накида по белым столбикам. Раз столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида, 4 столбик без накида, да? И вот у нас последний получается столбик, видите, куда мы присоединяли. Но мы должны с вами провязать не только вот так вот ввести крючок в белый столбик, но и захватить нашу, получается, вот эту вот персиковую петельку, вот такую персиковую, видите? Просто чтобы красиво дуга лежала. Вытянули ниточку и точно так же провязываем столбик без накида. Все. Дальше пошли. Где воздушные петельки? Там опять 2 столбика без накида. Сейчас поверну, покажу вам, что получается. Угу. Смотрите. Вот у нас будет так вот красиво лежать вот такая вот наша красивая дуга. Пока она одна, она может быть не столь эффектной и красивой. Да? Нам нужно будет сделать несколько, чтобы вы поняли принцип и сказали, боже, какая красота. Идем дальше. Повторю еще раз. Смотрите. Там, где у нас верхушка шишечки нашей, да, мы провязываем столбик без накида. Арочка. 2 столбика без накида. 1, 2. Ну, потому что там 2 воздушные петельки были. Шишечка, верхушечка. 1 столбик без накида. Опять у нас получается здесь 2 столбика мы набирали без... 2 воздушные петельки, значит, 2 столбика без накида. Все понятно, да? То есть четко. Сколько верхушек, столько и столбиков. Давайте еще раз повторю, как сделать эту красивую дугу. В первый столбик заходим, верхушку, провязываем столбик без накида. Дальше 3 накида. 1, 2, 3. И шагаем сразу же в последний столбик. Шагнули. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Когда у нас на крючке осталось 2 петельки, самую левую, да, первую получается слева, провязываем один раз. 1.
И дальше провязываем вот так. Утопаем в нашу арочку, вытягиваем ниточку и провязываем одну лишь петельку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть. Теперь возвращаемся обратно. Одна петелька, потом по 2 петельки. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, и до конца, и до конца, и 2. Угу. Вот так вот развернулись. И в наш первый столбик, вот он первый, видите, белый, мы в него вязали, получается, столбик без накида. Вот так вот ныряем и делаем соединительную петельку. Так просто будет фиксироваться красивее. Идем дальше. Вот наша дуга за нашим вязанием, да? У нас спереди белое вязание. И провязываем все столбики, которые остались столбиками без накида. Раз, столбик без накида. Два, столбик без накида. Три, столбик без накида. Четыре, столбик без накида. И последний, пятый столбик, вот мы ныряем, так? И захватываем вот нашу персиковую ниточку тоже. Просто для того, чтобы именно уложить красиво наш, получается, вот эту вот дугу. Угу. Захватили, вот видите, вместе с ниточкой. И провязали столбик без накида. Все, заканчиваем точно так же столбиками без накида. Там, где воздушные петельки, 2 столбика. В верхушку шишечки 1 столбик. В арочку 2. Беленькую ниточку надо не потерять. Угу. То она куда-то потянулась у нас. И получается, в арочку я провязала уже один столбик, следующий столбик, и вот она, наша шишечка. Так, мы в нее тоже провязываем столбик без накида. И заканчиваем, получается, наше вязание. Вот этот вот столбик, который у нас был последний, так тоже будем провязывать его столбик без накида. Но мы с вами договорились, что мы будем вот этот наш персиковый один раз, да, один ряд. Получается, мы подключаем белую ниточку. Так, как и договаривались, что последние две петельки столбика мы провязываем новой ниточкой. Раз, провязали. Красота. Смотрите, что получается. Интересная задумочка, идеечка. Итак, обратно мы с вами возвращаемся. И возвращаемся с вами, получается, беленькой ниточкой. Угу. Итак. Опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Смотрим. Там, где у нас с вами, получается, идет арочка, мы провязываем в нее, прям утопаем и провязываем опять ту же самую шишечку. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. Сюда же. Раз, два, три, провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. То есть мы повторяем полностью вот именно белый ряд. Понятно, да? Вот. Там, где у нас 6 столбиков, смотрим. Вот, начало. Начинаем провязывать столбиками с накидом. Раз, два, три, 4, 5 и в последний столбик 6. Угу. И точно так же повторяем опять 2 воздушные петельки, рогатка, 6 столбиков, 2 воздушные петельки, рогатка и до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Угу. Беленький ряд несложный. Повторяем предыдущий белый ряд. Давайте. Так, девчат, смотрите, провязали, получается, белый ряд до конца. Так, и вот он, последний столбик. Я провязала его не до конца. Почему? Потому что я здесь должна присоединить опять новую ниточку. Но вот у меня, получается, беленькая будет ходить гулять, да? А персиковую мне просто придется, вынуждена буду ее отрезать. Вот таким вот образом. Убираю ее и здесь присоединяю. Объясню, почему. Я могла бы пойти вот так вот, да, персиковый здесь. Но, смотрите,
Дело в том, что когда вы будете смотреть вот на эти вот дужечки, вот на эту вот, как она называется, рожечку, да, и так далее. Смотрите, с этой стороны она смотрится очень красиво, да, а с обратной стороны, ну, не так. Мы сделаем, чтобы она у нас все время смотрела в одну сторону. Так будет намного нам красивее. Договорились? Итак, последние вот эти вот две петельки, да, столбика провязываем новой ниточкой. И повторяем то же самое ряд персиковый, который мы провязывали сами до этого. Итак, одна воздушная петелька, подтянули беленькую, поворот, и сюда же провязали столбик без накида. Далее, верхушку шишечки столбик без накида, арочка из двух воздушных петелек, два столбика без накида. Верхушечка шишечки, опять столбик без накида. Там, где две воздушные петельки, опять два столбика без накида. Угу. И все то же самое. Опять в первый столбик провязали столбик без накида. Дальше 3 накида. 1, 2, 3. Говорю быстро, потому что уже повторяем, да? И в последний сразу же столбик провязали. И по 2 петельки. 2, 2, 2. Здесь, когда на крючке осталось 2 петельки, мы левую петельку, то есть первую слева, провязываем вот так вот одной воздушной петелькой. Раз. И сейчас мы будем вот так вот проваливаться в нашу арочку 9 раз. Итого у нас получится 10 петелек. Итак, это будет вторая петелька воздушная такая вот, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. Возвращаемся обратно, как при тунисском вязании. Одну петельку вначале, теперь по 2 петельки провязываем. 2, 2, 2, 2. Интересно, получится такие у нас рожечки, загигулечки. Все, до конца, по 2. Итак, теперь мы с вами должны будем уложить, да, нашу вот эту вот дужечку, нашу рожечку с этой стороны. С этой стороны просто будет удобнее, красивее лежать. Оп, соединили. Так, дальше провязываем до конца наши вот эти 6 столбиков. То есть первый мы провязали столбик, осталось еще 5. Раз, 2, 3, 4, и пятый мы провязываем вместе с розовой, да, вот ниточкой розовой захватываем, для того чтобы просто у нас дужечка красиво легла и не топорщилась. Угу. Все, и дальше то же самое. Там, где воздушные петельки по 2, по 2 столбика без накида, в общем, во все верхушечки, да, и все воздушные петельки мы с вами провязываем столбиками без накида. Ничего сложного. Так, давайте до конца ряда самостоятельно. Сейчас покажу, что получается. Вот такая вот будет у вас красота. То есть друг под дружкой у вас будут находиться вот эти вот рожки-макарошки. Договорились? Давайте до конца ряда. Здесь я вас еще раз встречу. Итак, смотрите, закончили, получается, этот персиковый ряд. Вот такая получается красота. Да? Дальше что мы с вами делаем? Оставляем вот эту ниточку. Вы можете ее уже отрезать сразу же. Давайте сразу же отрежем. То есть мы ее зафиксировали. Вот петелька, видите, воздушная. Отрезаем. Но что делать? Ну, такой вот у нас узорчик будет. Одну ниточку мы все равно будем отрезать. Но красота того стоит. Что делаем дальше? Вот у нас белая ниточка осталась с этой стороны. Поэтому мы продолжаем вязание с этой стороны. Белой ниточкой нам не принципиально, как вязать, да? Единственное, что вот розовой мы будем вязать только в одном направлении. Итак, присоединяем к последнему столбику персиковую белую ниточку. Сильно не тянем. И у нас по узору идут 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А дальше, смотрите, провязываем точно так же, как мы провязывали предыдущий белый ряд. То есть узор у нас состоит из двух рядов, да? Белый персиковый, белый персиковый, белый персиковый. Опять делаем вот такую вот шишечки. Из них делаем вот такую арочку. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И сюда же, да? 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И дальше провязываем вот эти вот наши 6 столбиков, да, которые у нас были как в белом ряду. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
опять 2 воздушные петельки и так далее, и так далее. В общем, я надеюсь, что принцип вам понятен, да? Так, вы сейчас, получается, провяжете точно так же до конца ряда белой ниточкой, а потом будете обратно, получается, возвращаться, но опять же отсюда, да, чтобы у нас в одном направлении узорчики наши смотрели, вот эти макарошки, будете возвращаться персиковой ниточкой. Потом беленько вернетесь, а персиковая все равно пойдет вот слева направо, поняли? Слева направо, потому что, вот я еще раз покажу, вот здесь вот вязание, вот которое получается, вот такое вот, оно будет более интересно, нежели с обратной стороны, понятно? То есть у нас эти вот рожки-макарошки смотрят в одну сторону, в одну. Беленькая ходит туда-туда. Итак, я надеюсь, принцип понятен. Обязательно вам необходимо попробовать его самим связать. И давайте его увеличим несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получается. Договорились? Будет классно. Давайте, встречаемся через несколько рядов. Итак, смотрите, какая получается в итоге красота, да? Смотрите, необычненько, да? Как элемент декора можно использовать. Как основной узор, конечно, сомнительно, да, за счет вот этих вот таких вот дужечек. А как элемент декора, клатчи, сумочки, очень даже интересно будет. Единственное, на ваше усмотрение, вы можете сделать их разноцветными, то есть остаточки ниточек, да, запустить. Вы можете их сделать, если, ну, поняли принцип, да, в шахматном порядке. Вы можете их прорядить в том плане, что можете сделать несколько веерочков, возможно, рядочков сделать, да, а потом вот именно такую дужку. В общем, на ваше усмотрение. Итак, давайте замерим. Мы с вами набирали 31 петельку, и это у нас получается... Ну, 18 сантиметров, да, есть такая же плотность вязания, такой же крючок, такая же, получается, пряжа. А здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов. И это будет, ну, 10 сантиметров 100%, ну, с хвостиком, да, 10 сантиметров. Смотрите, узорчик сам по себе, конечно, необычненький, он такой воздушненький, да, если приглядеться. Помните, мы с вами вязали... возможно, вы не видели, я покажу вам узорчик, у нас тоже такой был интересненький, среди первых таких вот узорчиков, да, вот так, наподобие что-то такого, да, но немножечко по-другому. Тоже интересно, гляньте, посмотрите, тоже как бы как идейка для различных сумочек, клатчей, тоже интересно. Итак, я жду ваши комментарии, куда можно использовать данный узорчик, в каких элементах, да, ну, я считаю, что это элемент декора, да, и не забудьте поставить лайк, надеюсь, вам видео понравилось, а также подпишитесь, кто еще этого не сделал, и нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда будет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.